Автоинспекторы продолжают выяснять причины страшной аварии, произошедшей накануне вечером в Искитимском районе. Она спровоцировала многокилометровую пробку на Алтайской трассе. Легковой автомобиль врезался в грузовик и загорелся. Два человека не смогли выбраться из салона и сгорели заживо. Тела жертв обгорели настолько, что пока не удается их опознать и даже определить пол и примерный возраст. По предварительной версии, водитель потерял контроль над машиной. Причину этого в ГИБДД пока не называют. Очевидцы говорят, что на некоторых участках, в целом сухой трассы, еще оставался гололед.